Юбилейный 5-й международный марафон «Мосты Владивостока» состоится 25 сентября. Galaxy Владивосток Марафон стал визитной карточкой Приморского края и его столицы для любителей спорта не только со всей России, но и многих стран мира. Участники специально прилетают в Приморье, чтобы испытать себя, поставить личные рекорды и насладиться бархатным сезоном. Ожидается около 3000 участников у нас в этом году. Очень большое количество приезжих из различных регионов России и также страны. Около 12 стран-участниц. Помимо спортивной части у нас будет развлекательная массовая. Поэтому мы призываем жителей Владивостока прийти, поучаствовать на центральной площади в различных конкурсах, возможно, выиграть тоже какие-то призы. Маршрут забега пройдет по живописной трассе острова Русский, мостам Русскому и Золотому с финишем на центральной площади города. Для участников будут доступны дистанции 5, 10, 21 и 42 километра, а также 1 километр для детей и 1 километр для паралимпийцев. Однако проведение марафона подразумевает временное перекрытие части дорог, но организаторы сделали все, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Перекрытие у нас будет с 7:30 именно на острове Русском до 12:30 до разворота, развязки на Патрокол. После этого времени можно объехать участок перекрытия через Тихую, через объездную дорогу и попасть в любую часть города. Помимо этого, с острова Русский будут в этот раз организовано паромное обеспечение. Все участники забега получат на финише медаль с уникальным дизайном юбилейного марафона и стартовый набор участника. Победители разделят призовой фонд в 1 000 000 рублей. Отметим, что Galaxy Владивосток Марафон – единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов. Также он включен в календарь физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края. Алина Черненко, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.